старшего возраста на дистанцию 5400 метров рысью под седлом. Лежат, пускай возьмет там. Да, да. Давай. Дашан, у меня там... Челябинской области. Большой мускай. Саниев Рустам. Я Наташка сейчас звонила, сдала она. Второй номер, представитель Оренбургской области, сидят. Приду не прибудет. По третьим номерам команды Свердловской области Гнедой Нахалена Ольга Филимонова. И по четвертым Ольга Филиппова. И по четвертым номерам представитель Республики Башкортостан Гнедой Восток. Дорогие друзья, будет даваться старт участникам четвертого вида наших соревнований рысью под седлом. Внимание, дается старт. Роман? Наш первый едет, да? Да, да. Да, старт. Очень дружный старт. Тут же рядом. Старт приняли Блюскай, представитель Челябинской области. Нахалена и Восторг. Бег с небольшим преимуществом повел представитель Свердловской области Нахалена. Тут же рядом Восторг и Блюскай. Очень дружно участники работали по дистанции. Сейчас машина пойдет. За 33 секунды первая отметка дистанции с небольшим преимуществом ведет Нахалена. А вы будьте добры слева, подъедьте, машина сопровождения идет в экипаже. Съедьте, машина сопровождения идет вправо, примите на лошадке. Очень идет конкурсная борьба между Нахаленко, Блюская и Восторга. На первое место определяется Восторг. В правом повороте на первое место определяется Восторг. Вторым по ходу Блюскай. Тут же рядом Нахалена. На противоположной прямой на первом месте не выдержав пейса, сбоит Блюскай. И делает бросок. Нахалена пытается достать идущего вторым Блюскай, а впереди Восторг. На противоположной прямой впереди Восторг Валерия Чигринцева, вторым по ходу Блюскай, на третьем месте Нахалена. В левом повороте бег ведет Блюскай, вторым по ходу Восторг и на третьем месте Нахалена. 34 секунды была пройдена. Четвертая очередь отметки в левом повороте впереди Блюскай. А вот, видимо, между вторым и третьим участником развернется на финише борьба. Посмотрите, если представитель Челябинской области Блюскай Рустам Сагиев впереди с отрыва, то второе и третье место будет на финише борьба. Это Нахалена и Восторг. Впереди Блюскай, тут же рядом Восторг и Нахалена. Бобровки делают попытку броска Нахалена, а впереди представитель Челябинской области Блюскай Саниев Рустам. Делает последнюю попытку броска Нахалена, пытается достать Восторга.